Под обстрелами, рискуя собственными жизнями, полицейские мчат к Угледару. Полицейским Донбасса приходится ехать свыше 110. Причина в том, что дорога простреливается всем, от артиллерии 152 мм до РСЗО, градов. И даже бьют дронами камикадзе, которые, казалось бы, дефицитные. Но россияне не жалеют их на транспорт, едущий в город. В разбитом россиянами городе семеро местных жителей ждут экипаж «Белых ангелов». Сейчас ищем тех 7 человек, за которыми приехали на эвакуацию. Заявку люди подавали предварительно, приехали в пункт несокрушимости. Людей ищут буквально наугад. Из-за непрерывных российских обстрелов Угледар выглядит как город-призрак. Пустые улицы, разрушенные авиаударами многоэтажки, усеянные снарядами противника дороги. Здесь отсутствуют все коммуникации, но, несмотря на это, остаются люди. Чтобы выжить под огнем, они обустроили свой быт в подвалах и выходят на улицу только при крайней необходимости. Вы прилетели сюда? Коли от всей дом? 3 дня назад. 3 дня тому, да? Ира, да, 3 дня назад? Позавчора. Позавчора, да. Ну это... Вот что же мы то с подвала у нас погорели, подвал мы перебрались сюда. Люди спешат собрать вещи, чтобы поскорее отсюда уехать. Но только лишь полицейские начинают грузить пожитки в эвакуационный автобус, россияне опять начинают обстрел. Прицельный. Ну, если так, не вести туда. Россияне из артиллерии бьют именно по тому месту, где находится экипаж «Белых ангелов». Бери кошку, пошли отсюда. А вот этот не что? Возьмем, бери кошку. Все, возьми, пожалуйста, не. Переждав, полицейские быстро загружают бронированный автомобиль, людей, вещи и домашних животных. И скорее трогаются с места обстрела. Вокруг все пылает от прилета. Водителю приходится маневрировать между воронками. Прилет. Прилет. Ну, наверное, точно переждать. Вот сюда. Ага, сдай. Аккуратно, он смерч торчит. Где? Ага. Вон, смерч объедет. Очевидно, предполагают полицейские, россияне засекли эвакуационный бус. Их целью было убить всех. Засекли, что мы заезжали, и они там долго стреляли. Вот сколько уже там? 10 выходов было. Они передадут. Тот дрон, который летал, то был не наш дрон. Тот дрон нас вывез. Вот он нас побачил, и тот во нам начал стрелять. В этот раз обошлось без жертв. Всех эвакуированных «Белые ангелы» доставили в пункт несокрушимости. Далее с помощью волонтеров люди отправятся в более безопасные населенные пункты страны. Полицейские в который раз призывают жителей Донбасса уезжать подальше от зоны боевых действий. Ведь эвакуация – лучший способ спасти свою жизнь от россиян. Вы принимаете решение разрушать?